Если не знать, как формируется рейтинг Международного союза конькобежцев, то можно подумать, что его просто забыли обновить. Судите сами. В женском одиночном разряде его возглавляет японка Рика Кихира, ставшая в Стокгольме только седьмой. Главного триумфатора чемпионата мира Анну Щербакову она опережает аж на 470 баллов. Елизавета Туктамышева – третья, Александра Трусова – четвертая. Трудно сходу придумать этому логику. Все российские девочки уступают в рейтинге лучших фигуристок мира японки. Просто возмутительно. И хотя многие специалисты советуют просто не обращать внимания на рейтинг, совсем отмахиваться от него нельзя. На его основе определяются национальные квоты на участие в этапах Гран-при, а также формируются разминки на крупных турнирах. Болельщики уже не раз призывали Международный союз конькобежцев поменять критерии формирования рейтинга. Но ВОЗ и ныне там. Успокаивает лишь то, что результаты крупных турниров от спорного рейтинга напрямую не зависят. Рика Кихира первая в списке уже на протяжении 2 лет, но это никак не помогло ей в борьбе с российскими чемпионками. Пусть Рика Кихира и дальше будет номером 1 в рейтинге, если при этом все места на пьедестале будут за нами.